Всем привет, мои хорошие, с вами Катя, это канал GG Family, и мы продолжаем проходить Палку Истины. Так, мы тут на инопланетном корабле, и нам надо спасти Рэнди. Прекрасно, ты выжил, хорошо, теперь используй эту штуковину, и мы сможем вернуться домой. А какую штуковину? А, вот эту? Так. Так, все правильно. Так. Правильно. О! Все правильно. Ты думал опять его изнасилует. Не знаю, кто ты вообще настоящий. Ну, можешь что считать меня своим другом? До встречи. Стопэ, ты хочешь без меня свалить или что? Так, зайти в рубку НЛО. Хорошо, сейчас зайдем. Надеюсь, Рэнди нас не кинул. Что там за сообщение? Слушай, в коридоре справа от комнаты, в которой нас заперли, есть лифт. На нем можно отсюда выбраться, однако бойся его сама, когда последний раз он пользуется. Что тебе придется? Что мне придется? Нам, я так понимаю, сюда надо. Ой. Ну, мы, наверное, не зря брали кристалл. Угу. А вот они монету... Ай, тихо, тихо, надо вот это. Чин покамон. Чин покамон. Ну, пойдемте сюда. О, пилоты. Здорово. Ой, у них бластеры. Так. Что-то мне это не нравится. Ой, что нажимаю? Не то нажимаю. Вот эта установка мне не нравится. Да уничтожить надо, она им защиту дает. Сука, она им бонусы всякие дает. А, нет, 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 лучше. Все. Ёлки, у них почти по штукарю. Ты чё меня сканируешь? Это чё за фигня? Мужики, мы так не договаривались. Вам тогда придется гореть. Они какие-то крутые! Да хорош, вы чё? Значит, ты тоже будешь гореть. Блин, а чё они такие жесткие-то? Блин, бонус к атаке. Ах ты скотина. Ну-ка, сколько зонта мы вынесем? Нормально. Тихо, тихо, тихо. А мы тебя, значит, вот так ударим. Я просто проверяю, сколько он наносит. Так, куда он убежал? Это будет так. Тот сбежал! И это выбросил! Серьезно! Блин! Может быть, мы его убьем? Нет! Блин, надо было полететь. Я слишком рано нажала. Блин, надо было полечиться хотя бы. Так. Опять все берем. Так. Даже чин покамон не сохраняется. Тогда давайте сразу сохранимся.
Блин, жестко. Сглупила. Я затупила. Это... Так, ладно. Значит, опять стреляем по этой установке. Блин, надо же было так лохануться-то, блин, а? Если бы я не рано, а вовремя бы нажала, считай, я бы убила. Ну, блин. Так, тихо. Сейчас будет. Вроде успела. Ну-ну-ну. Блин, они жестко наносят. Еще, может быть, конечно, спасает то, что я поставил минус 25% урона. Так, и ты потанцуй. Так, надо бластерами, ой, бластерами. Надо зондом этим бить их. Эй! Блин, вот сейчас я тоже. Командовать парадом будешь ты. Сейчас могла бы снять, но... Блин. Шесть. Что за режим уничтожения? Блин, да почему? Ну что за хрень? Ты что, прикалываетесь, что ли, а? Ну давайте проще. Бэ. А чё, я не могу загрузить свою? Понятно. Птичка это очередная. Так, может быть, что-то переодеться как-то. У нас же что, он стоит минус 25 урона от инопланетян. Ну, а почему не срабатывает он? Не понимаю. Кстати, у нас тут способности, что-то мы можем открыть. Что-то даже не заходили сюда. Ого-го. Блин, жесткие ребята, жесткие. Надо прям внимательно. Вот и не стараться не пропускать. Вот, сейчас пропустила вот. Так, короче, мне кажется, надо все время себя держать с полным ХП. Ой, надеюсь, сейчас все нормально будет. Так, не надо тут успеть нажать. Есть, сдержала. Будем туда, наверное, одного дубасить. Все, этого уложила. Ой! Блин. Так. Ждем быстро это. Что-то стараемся делать. Ты издеваешься, скотина. Пофигу, не жалеем хилок, у нас их очень много. Главное,
не профукать. Куда же уничтожение тебе делать? Скотина. Получай. Фух. С третьего раза, блин, убили. Такая стюардесса. И что, даже ничего не смогу с них подобрать, что ли? Прямо на торговый центр. Какая-то слизь? Что вообще тут произошло? Yes. Да? Где именно? Сколько людей в городе? Иди туда и позаботься обо всем. Это может все изменить. Пошевеливайтесь там. Еще один НЛО разбился. Нам необходимо заполучить что-то там. Все хорошо, у нас начался новый день. Мы как будто дома и спали. А теперь бы вспомнить, где были все вот эти лучи. Так. У нас пока что-то никаких заданий нету. Что они там пишут? Еще спасибо, что вызвали меня отсюда. Я просил остановиться, но, похоже, я чересчур вежлив. И новичок, спасибо, что поиграл с нами вчера. Так здорово. Может быть, поиграешь сегодня с нами еще? Так, мы им понравились, хорошо. Боже мой! Они появились откуда ни возьмись. Сначала была жуткая землетрясение, а потом пожар у меня на заднем дворе. Ты разве не слышал об этом? Во всех новостях уже. Мощные землетрясения, многочисленные пожары в районе Южного парка разбудили жителей города прошлой ночью. Карлик в бикини с места происшествия. Том, представитель администрации заверяет всех, что не произошло ничего необычного. По их словам, единственная причина, по которой были возведены гигантские шатры, покрывающие территорию, является строительство нового ресторана Taco Bell, открытие которого состоится в текущем месяце. Спасибо, Карлик, обожаю есть Taco Bell. Мэр Южного парка утверждает, что вчерашние толчки и возгорания под контролем, а также выражает надежду, что школа предприятия совсем... Это ужасно, ты не понимаешь, эльфы, они забрали палку. Это херня собачья, потому что так нечестно. Мы же договаривались не трогать палку ночью. Эльфы мелкие грязные обманщики. Нам придется сравнять их с землей. Их базу. Ты обладаешь поразительной способностью быстро заводить друзей, сэр Чмо. А по моему королевству требуются воины. Повеление тебе... Так, отыщи... Что? А, отыщи готов. Так. Нам надо сходить к готам. Все понятно. Да, конечно, Баттерс, мы с тобой поиграем. Завербуй готов. Завербуй готов, ты серьезно? Так. Да я поняла. Так. Тумкар. Нам надо всякую хрень продать. Я не говорю, как Клайд. Так, нет. Нам не надо. Тебе тоже не надо. Так, я хоть продаю то, что нам не надо, а то сейчас продам. Так, стоп. Теперь... А, то, что у меня стоит, оно автоматом как раз таки не продается, да? Так. Хорошо. Туда. Welcome, weary traveler. Would you like to... Тихо. Молчи. Ай, купить-то зачем? Хотя он...
получай на 20 денег больше. Но, блин, но он нам не нужен. Снаряжение. Не знаю, что нам надо, не надо. Так. Ай, ладно, господи. Че все это говно хранить? Так, ну корзина пошла. Мы все быстренько продадим. Вот эти космические деньги, он сколько стоит. Использованный джагон. Жесть какая. Так, нам получается надо объединиться с готами. Да сейчас давайте сходим. Глянем, чё кого. Так. Вот тут. Значит, перемещаемся сюда. Только давайте туда. Сейчас сходим наверх. Там вот я помню, штучка была вот эта. Зонт этот. Вот она. О, ничего себе. Ха-ха, прикольно. Все. Так. Это ничего не делается. Ладно. Тогда пойдемте поговорим с готами. Мне кажется, они нас сейчас пошлют куда подальше. Этот мазон, вот этот не фред главный. Это кто? Это тот новичок, который люди толкают. Валяется тут новичок, здесь место только для детей и готов. Что это такое? Присоединяюсь к королевству крепости Купы для борьбы против злобных эльфов. Принимаем добровольцев. Извини, Фродо, мы не играем в говнюков-разбойников. Ага, валяй отсюда, новичок. Давайте уже это сделаем. Мы никогда ничего такого не делаем. Ни за что, мы не можем делать то, что он просит. Он же конформист. Взгляни на его шмотки и прическу. Ну что я тебе скажу, новичок? Нормально, приоденься, купи сигареты, кофе, потом уж поговорим. Ага, если хочешь доказать, что ты один из нас, ты должен выглядеть как мы. Возможно, только тогда мы будем с тобой общаться. У них даже мелкий сидит, курит. А курить, ребятки, это плохо. Нельзя курить. Все-таки музон у них кайфовый. Так, задание. Создай ленту с готами. Найди пачку сигарет где-нибудь в Южном парке. Тогда перемещаемся. О! Я не смогу решить, куда спрятаться. Топай давай уже. Ой, ну-ка. Да. Да. Вспомнила я. Брокколи! Так, а где надо сигареты-то купить? Тут что ли? А, ну надо найти. У них сигареты есть. Надо было с ним поговорить. Но они все равно не дали бы. Проныры куряга. Так. Во! Нифига, Баттерс, ты когда там успел прокачаться так? Получил по заднице. Тихана, малыш. Ну-ка давай, Баттерс. Молодец. Удар в брюхо. Блин. Сволочь.
Шопеним. Все. Всех уложили. Шестиклашки гребаные. Где там еще один? Так, ладно, это мы выполнили. Дальше-то куда нам идти? Задание. Так. Нам значит сюда. Ладно. Сейчас тогда сходим туда. Мы тогда у чувака же покупали там у бомжа что-то. Я так понимаю, к нему надо идти, у него покупать еще пятки для готов. Вот где-то здесь. А, вот, слушайте, можно в этот сходить. Думаю, потом мы сходим в этот, в канализацию. Охренеть. Вот, смотрите, эта штука это есть. Так, перчатки оруженосца. Усики битника. А. Минус 10 урона при блокировке. Ну нет, у нас пусть пока эти будут. Так, мы сюда ходили? Да, сумка открыта. Что ж, идем дальше. Вот еще, кстати. Ты кто? Ута, и золото было круто. И все? А, вот еще. Я думала, только чтобы чувака, что ли, найти, мы туда ходили. Такс. Такс. Нам надо туда, к Твику. За кофе-то. В кино мы ходили. Ничего мы там не нашли. Интересно. Кстати, мешочек до сих пор остался, до сих пор лежит. Прикольно. Вот там как все забрать, я не понимаю. Да, 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 мы знаем, с чего ты кофе варишь. Вроде вот это надо. Да. Да ёп! Вот он, где новичок. Новичок, тебя вызвал король эльфов. Ты можешь сдаться без боя или драться. Присоединиться к эльфам. Это правильный выбор, но пошли с нами. Че нам с ними драться-то, господи? Давайте уже сходим к Кайлу. Не упади! Лазишь по дереву так. Элвен Кингдом. Типа королевство эльфов. Итак, ты есть новенький, который сидит. Как тебя звать? Он не говорит король эльф, он думает, он фон барон или типа того. Да я просто разговаривать не умею. Че докопались? Ты играешь не за тех, чувак. Что тебе наплел магистр Жертвец, чтобы нарушили правила Тебе нужно драться против Карна, он прячет палку, а это жульничество, между прочим, и притворяется, будто он в печали, чтобы ты завербовал больше людей. Мы читаем твиттер, то есть сообщение ворона, то, что ты печатаешь. Да, пытаешь завербовать. А, что ты так быстро читаешь? Если передашь, мы все расскажем, что ты дырка от жопы. Дырка от жопы. У нас столько друзей появилось сразу. Да, понятно. А, новое задание какое-то нам дал. О, мы все выполнили, смотрите, на стиме. Теперь, друзья. Any ally of the Elf King is an ally of mine, and my shop is open to you.
Так, что у вас тут по оружию? Большой лук. Критический урон двумя снарядами при отличном ударе наносит дополнительный урон, пробивает броню. Так, клинок эльфа. Авторская работа. Давайте вот это купим, а это, в принципе, денег-то у нас вообще до хрена. Снаряжение. Нет, это нам не надо. Имидж. Всякая хрень. Что мы тут можем продать, что мы понахватали? Нашивки, мне кажется, вообще тоже надо продавать. Так, ладно. Сейчас мы тут друзей понабираем. Ой, черт, я великанша забрался. Бездушная она. Ты поможешь мне сходить с великаншей, чтобы отвоевать айфон? Возможно, тебе правда можно доверять. Слава, давай покончим с этим. Окей. Мы еще задание какое-то получили. Что тут есть? О, смотрите. Что есть? А там дальше... Без шуток, человек. Ладно, наверх уже не полезем. Так, что там? Угу. Уничтожь плакат. Уничтожь плакат. И уничтожь плакат. Уничтожь плакат, уничтожь. Столько заданий дали вообще. Чтобы нам новое открыть. Так, теперь у нас есть одно очко привилегий. Что бы нам сделать? Так. Когда ты задействуешь волшебное оружие, атаки оружия ближнего боя наносят больше повреждений. Давайте, наверное, купим. Так, все. Давайте исследуем дом Кайла. Кайла, Крейга. Ой, Крейга, говорю. Стена. Интересный еврейский домик. Почему они постоянно смотрят телек, но никого нет? Так, давно мы в туалетах не были. Че, ты хотя бы спичку зажег? Ну, какашка пригодится. Так, это комната родителей. Ключ от гаража Брафовски. Хорошо. А вот это что, не берется? Парик варварши. Мы что-то не нашли ничего противозаконного у них. Так неинтересно. Так. А где комната Айкота? Трусы. 5 из 5. Не знаю для чего, но для чего-то надо, наверное. Туады. Где комната Айк? Или что, у них Айк не живет, что ли? Здесь. Ладно, пойдемте, короче, выполним задание Стэна.
Так. Так, так, так. Ой, тихо. Чин покемон. Какой большой. Баки Кайла, маленький магнит. Нормально. Так, его дом получается чуть дальше. Или мы были в его доме? Сейчас глянем. А, ну да. Мы у Стэна были. Нас его сестра еще вроде выгнала. Ничто не сможет подготовить тебя к этой битве. Если я умру, передай парням, что что-то типа я храбрый там что-то. Победите Шелли Марш. Верни мой айфон, демон. Ах ты маленький вонючка. Я прям подкрепление, посмотри, как ты спрашиваешь на его. О, елки. Она точно великанша. Так. Нифига у нее хп. 5000, блин. Ты чё? Так. А что такое метка смерти? Прикольно. Способности. Стэн запускает смертоносный диск врага. Диск может поражать несколько врагов. Вращающий меч Стэн наносит повреждение нескольким врагам. Ну-ка, диск. Нажмите ФВ, затем нажмите левую кнопку, когда увидите. Ну неплохо, неплохо так. Охренеть, она бьет. Ах ты сучка. Лови. Ну-ка. Давай, Стэн. Нормально режет. Ох ты, нифига себе она бьет сколько. Ты офигела? Тогда мы его лечим, чё? Офигеть, она его выносит. Ты чё, мать? Блин! Очень рано. Или очень поздно. Она херачит нормально так. Ба! Вишневая бомба! Она в него тампон кинула. Так. Надо, чтобы она еще горела. Так. Снимаем с себя всю херню эту. И режем. Блин, она такая... Она сильная вообще. До ужаса. Так. Может попробовать еще раз. Вот. Ой! Что-то я... До этого, наверное, протупила жестко. Ну-ка, давай еще раз метка. Так, мы и защиту ломаем, чтобы больше дэмэджа наносить. Умри, противная баба. Ладно. Еще с анальным зондом. Мы оружие забыли, ребят, поменять. Точно, мы же купили новое оружие. Это нам не ливануло. У нее, в принципе, чуть-чуть осталось. Тогда уж добьем так. А! Все, добили ее. О, боже, мы уничтожили врага. Еще раз возьмешь мой айфон, познаешь силу правосудия. Уйди из моей комнаты, вонючка. Вонючка.
Преклоняюсь перед тобой, истребитель великанов. Я счастлив, что могу называть тебя другом. Все, ребят. Мы победили великаншу. Красавчики, в общем. Давайте быстро глянем, что у нас под заданием. Кстати, пока я... Ой, у нас топор войны есть. Клинок эльфа. Угу. Так, и задание, да? С котами поговорит. Угу. Все, больше вроде заданий нет. А, но можем вот это потом выполнить. Да что ладно, ребятки. В следующей серии уже увидимся. Поэтому всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии, делиться нашим видео в соцсетях. И, конечно же, нажимаем колокольчик и вступаем в группу ВКонтакте. Всем спасибо, всех люблю. Пока-пока.